Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова мы, Григорий, Артур и я, Артем. Ну, кашлянул, бывает. Мы продолжаем проходить Звездные войны. Старая Республика. Поздоровайтесь. Здрасте. Добрый день. Короче, мы сейчас идем по нашему и по квесту Артура основному. Ну и по пути выполним общий второстепенный квест. Джек Шепард, не болей. Такой план. Спасибо, да. Да, у меня квест называется «Тени». Мне нужно найти Ларса Баддека. Это глава неправительственной организации под названием «Юстициары», которые захватили целый сектор, и там теперь хозяйничают что-то наподобие милиции народной. А вам нужно примерно туда же направиться, на их же территорию, и найти девушку, которую похитили, которая пошла по следам похищенного супероружия, которое превращает планеты в тюрьмы, то есть вырубает всю электронику. Так, фу! Точно. Так, вот. Вот это ты сказанул. Вот хорошо. Это нормально сказанул. Ну, но мне понравилось, кстати. Так, мы сейчас на такси? Да. А Шотик довезет, я думаю. Не, вот этот вид вот справа такой, ну просто круто там. Да, офигенно. Такой я хочу вот так же полетать, только по-свободному. Круче Coruscant в играх был, по-моему, показан только в DLC к первому Star Wars The Force Unleashed, где там к храму ходишь. Там такой это маленький кусочек вообще Coruscant. Не, ну там чисто эпичный такой горизонт. Горизонт завален. Так, мы летим на Кистицарца. А вообще в играх где еще Coruscant был? По-моему, в втором Knights of the Old Republic. Там на Coruscant целая куча миссий. Но если он там и был, то там, наверное, такой вот небольшой... Да, там как коридор так сделан просто. В первом Knights of the Old Republic там какая-то локация должна так показывать огромный город, но там просто пара маленьких локаций, связанных между собой. Ну, потому что 2003 год все-таки. Да, первый Xbox, она там изначально. Технологии не позволяли. Ну, и то. Ну, кстати, вот знаешь, недавно Даша запустила этот, Котор второй, и там вот начало этот, где корабль разбитый. Да. И, блин, там прикольно, так круто выглядит. Прикольно, я да. Только этот захотел ее поиграть. Она офигенная. Я вот буквально полгода назад первый там, конечно, пошел. Сюжет не очень, но играется вообще отлично. Зато там в первой части Малок крутой, а во второй части этот, как его, который весь потрескавшийся. Я понял, забыл, как его зовут. Ну, в общем, он такой, блин, суровый пацан такой. Так, сектор. Сектор. Мы прибыли в новый сектор. Короче, сектор. Обе части достаточно такие крутые. Ну, мне первая гораздо больше понравилась. Мне тоже. Но первое делали, видишь, BioWare, а второе да, делали второй Obsidian. Obsidian, мне почему-то многие вот прям так говорят, что крутая, вот, потому что там люди, я которые... Я не знаю, почему они говорят, что она Fallout крутая. Делали, которые там делали у Baldur's Gate, многие туда переключивали. Они даже не то, чтобы делали, я вот поглубже узнал этот вопрос, они как бы помогали, и, ну, как бы... Никогда сами... Они да, на самом деле, вторую часть. Да, они хорошо доделывают. Да, они доделывают, там доводят помогают до что-то и прочее. Ну, да. Смотри, вот, то есть... Knights of Old Republic 2, Neverwinter Nights 2, там, да. Вот так вот постоянно у них. Ну, вот сам, девочки, самостоятельные их. Кстати, Neverwinter 2 такой... мне очень понравился. Ну да, неплохая игра. Я не играл. Ну, плюс она еще в кооперативе. Я даже играл мне в кооперативе, это было... Я чуть-чуть поиграл. Это было немножко там, в общем, не круто все было сделано. То есть один человек отвечает на вопросы, другие просто ждут, пока он не очень, там. Закончит. Так, хорошо, что мы тут имеем? Агент Джефки. Новый квест. Окей. Ой, какой он. Простите, простите, мастер-джедай. Да не смотри на меня так. Просто выгляди, как будто просто тут проходишь. Я как будто ни с кем не разговариваю. Меня зовут Джефки. Я из охраны республики. Улица чиста. Какие-нибудь патрули юстициаров есть? Не, мы в безопасности. Никого не вижу на улице. Хорошо. Тогда мы можем безопасно поговорить. Ну, на пока. Я уже связывался с юстициарами, поверь мне. Да, не стоит их недооценивать. Тут есть вариант. I'm not worried. I'm Jedi. Я, говорит, ценю, что ты ценю твою заботу. Не сделал ту же ошибку, что и я сделал. Вообще, говорит, республика интересуется этими юстициарами. Бывшие военные сформировали милицию, чтобы отобрать себе контроль над улицами. Не каждый, кто, у кого общие свои цели, твой союзник.
Короче, они сначала вычистили улицы от бандитов, а потом вытеснили с этих улиц... С этих улиц. Да, с сил республики. В общем-то, они мир-то тут держат, в принципе. Да, ну короче, они властят. Нам нужно узнать о них побольше. А, нет, говорит... Говорит, пытаемся последить, но их глушилки наш сигнал вырубают. Кругом, короче, эти глушилки, и я пытался их выключить, но тут кругом патрули. Я здесь, чтобы помочь. Могу что-нибудь сделать? Да, это было бы отлично. Я построил устройство, чтобы выключить их глушилки, но его нужно установить сначала. Так, ну мы сделаем это для тебя. Я возьму устройство и помещу их для тебя. Большое спасибо. Возьмите устройство. В нескольких точках нужно остановить. Но, говорит, осторожно, кругом патрули юстициаров. Как только установишь, возвращайся. Удачи и спасибо. Ну, да. Господи, а патрули... Чё, может, не пойдем? Чё, патрули, да? Там патрули все-таки. Ладно, не пойдем. Хорошо. Так, у нас здесь раз, два, три. Добрый день. Три квеста вижу. Что мой этот компонент не посылается. Ладно. Если он только в атаку врывался. Да нормально. Вот этот, наверное, серьезный. Ах, не очень. Тут толпа собралась нас. Ну да. Камушками кидаемся. Так, хорошо. Стюма такой пролетел мимо меня, вообще ничего не понял. Прям как в фильме «Такси». Окей. А мы не сюда, кстати, зашли. Мы вообще сюда зря зашли. Почему зря-то уж? Почистили маленько. Тратить время тут не будем. Погнали по делам сразу. О, что, угоним? Да, ну... Блин, капец. Я бы забрал такой. У тебя же есть. Но... Да, как они напали? Хватит трогать Джека Шепарда. Хватит меня бить уже. Во. Ох ты. Клёво. Господи, мертвый уже, оставьте в покое. 17-й левол. А ты успеваешь? Не знаю. Поздравляю. Спасибо. А я нет. А я знал. Ой, как отлетел. Потешно. Нет, вот этот вот мне очень нравится. Мой боец. Он прикольный. Он зрелищный. Консул. Че еще скажешь? Не. Да? Получай. Получай. Нормально ему. Вполне неплохо. Так, вот, вот одна из этих... Откат. О, да что за каракатица тут? Да что за каракатица? Да сейчас разберемся. Тренированная кто-то там. Так, я быстрее не активирую, видно. Пока никто не пришел. Давай, мы пока всех убьем. Есть одна. Всем засчиталось? Да. Да. Anti-jamming device, дельта. Так, одна из трех, хорошо. Так, нам вот тут дальше идти, и потом можно вниз спуститься будет, или как? Или назад? Не знаю. Карту открой. О, сундук. Нет, ну давай, сундук, давай. Ну назад мы точно, если пойдем, то найдем. Сундук. Господи, сундук, спокойно. Сундук. Сундук в жизни увидел. Господи, ой, это что на меня наводится такое? Он будет моим. Капитан. О, не это уже дичь это успевает. Так, медиум. Ну, нет, не знаю. Мужчина, отойдите, мужчина. Джек Шепард, тебе нехорошо, что ли? Я не знаю. У меня здоровье прибавляется. Помогу. Ну, его тебе прибавляю я вообще. Спасибо. Да пожалуйста. Вообще. О, commendation, кто все взяли? Не забыли? Сам упер. Сундучок пролутали. Отлично. Все-таки нам походу или все-таки нет. Не, надо назад придется, наверное. Ну а может все-таки глянем. Меня защищаем, на меня тут какие-то налезли товарищи. Люди требуют странного. Да, вообще. Ну да. По беспределу, что ли, нет? Джек Шепард, не разговаривай как гопник.
Никогда. Не пались. Не пались, не надо. Не палюсь, нет. Ля. Ой, я не знаю. Дойдем. Так, кстати, давайте отдохнем. Видите, у меня тут. Ой, я достал мечи. И что теперь? У всех есть мечи. Смотрите, мужик просто головой вошел в колонну. Ну да, бывает. Пистолет, сверчок, кстати. А там еще два квеста появилось. Вот да, они. Все правильно, можно вниз спуститься. Ага, ну да, в обход обойдем, погнали. Я помню, первый раз, когда это было, я разговаривал о судьбах скоро выходящей игры The Secret World, вот именно на этом самом месте. Сейчас игра вышла, и, как я понимаю... И ты в нее даже не играл. Да, я в нее даже не играл. Но я слышал, что ждал, там несколько были квестов классные. Прикольные. Там именно квесты несколько. Прикольные, но этот самый... Вон еще один, кстати говоря. У него, по-моему, достаточно смешное имя. Товарищи, вернитесь, пожалуйста. Кто где? Кто? Тут раз, два. Два квеста только, да? Вот. Пауз вот, или... Джек Шепард, ты уже активировал консоль? Рейд, да. Она мне засчиталась нифига. Я не активировал, мужик там какой-то левый активировал. Окей. Фамилия? Давайте с рейдом поговорим. Рейдом-презервативчиком. Вместе путешествуете. Умно. Здесь только число можно подбить. Он из разведки. Заметил что-нибудь странное здесь? Заметили, как тут легко взяли контроль? Оружие не просто так у них взялось, и броня. У них есть поставщик, и это не республика. Поняли? Оно говорит. Подозреваешь незаконную торговлю. Да, даже хуже. Похоже, они торгуют с империей. У кого есть оружие, тот это, ну, ЦРУ то же самое, что ли. Понятно. У них свои доки и свои записи. Нужен кто-то, кто сможет туда пробраться и, ну, то есть засаду их устроить. Они, возможно, что-то заподозрят, если мы будем штурмовать их доки. Если бы другой путь был... Нет, такой издалека. Из глубины, я бы сказал. Записи, говорит, получи и вернись ко мне. Записи получил быстро. Сильно там буянить, типа, не надо. Просто надо данные собрать и все. На спокойном. Хорошо, Андон. Смотрите, какой пират. Ох ты, джедай. Воплоти. Прекрасно. Просто превосходно. Меня зовут Паус. Я журналист. Единственный журналист здесь, который не боится копать правду. Я наткнулся на что-то важное с этими юстициарами. Я покажу всему курсанту, кто они такие на самом деле. Да, говорит, похоже, ты что-то не то раскапываешь. А, то есть стоит того, то, что ты накопал. Ему нужны доказательства. Нужен бесстрашный герой, который получит доказательства. Мне нужен ты. Короче говоря, у него есть какие-то свидетельства про то, что там... Ну, про всякое, короче, да. Незаконно, да. Что они криминалом занимаются. Скажешь, что нужно сделать паузу. Я знал, что ты тот самый. Ты боец, детка. Детка. Райкл Лианис был без каких-либо объяснений арестован. Маленький грязный секрет. Никто не говорит про его смерть. Ни юстициары, ни семья, никто. Мне нужны факты. Прямо от источника, из башни юстициаров. Туда ты пойдешь. Я раскрою правду. Интересно, почему его родители ни о чем не говорят? Похоже, их юстициары напугали. Нужно допросить... то есть дроидов допроса исследовать. Дроидов с записями, да, хакни и узнай. Как вообще? Как они это провернули? Почему никто не интересуется смертью этого человека? Да, вроде просто. Как записи получишь, принеси сюда. Ну, то есть стандартно все. И покажем курсанту правду. Удачи. Окей. Фу, блин, вот такие дела. А чё, я не пойму, не кипишу. Вроде нормально, тут порядки все навели. Подумаешь, немножко грубовато, зато порядок.
Ну, это как обычно. То есть народ всегда чем-то недоволен. Так, отлично. Так, еще одного установил Джек Шепард. Вам засчитали, да? Да. Да. Отлично. Так, ну вернемся назад, тогда еще одну Ну поставим. да, уже доделаем этот квест. Сразу сдадим, потом побежим вперед. Раз уж неподалеку. Так, а впереди у Хорошо. А вот нас тут вот, что там? подожди, вот это вот. А нет, мне показалось, что там на звездолете, на носу что-то можно. Можно кликнуть. Да. Смотри, тут даже деревья растут. О, тут двое человек сидят. Еще. Ну-ка. Че двое? Один. Двое-двое. Это, по-моему, А, вот какой-то видишь. герой, по-моему, какой-то вот это квест. Простите, ты не похож на юстициара, я надеюсь. Юстициары сказали, что они нас защитят от темных светил. Но они не защищают, я их ненавижу. Ты же не один из них, правда? Я не хочу попасть в неприятности, как Брейден. Я не с Курсанта и не из одной из банд. Поможешь мне спасти Брейдена? Он мой брат. Ему только 15. Но они думают, что он старше. Они сказали, что он призван. А, то есть они его арестовали из-за того, что он какой-то из их глупых законов нарушил. Еретик. Да. В общем, они его заперли. Что они делают? Заставляют его стрелять в темных светил всю ночь. Всю ночь, да. Это что, правда? Но он помрет. Короче, его как солдата используют, в общем. Так, если, говорит, юстициары хотят мира, то они не должны использовать детей. Спасибо, вы правда джедай. Чтобы, так, короче, до него добраться, вам нужен какой-то особый пояс. И только с его помощью вы сможете пройти через охранное поле. Туда, где содержится этот мальчик. Приведите его ко мне. Спасибо, Артём. No problem. Супа. Так, еще тут квест какой-то. Так, давай ты. Я устал. Я ухожу. Да, я ухожу. Я не смогу. Джедай. Хвала силе. Силе. Надеюсь, смогу тебя убедить помочь старику. Меня зовут Лурен. На этом мы закончим. Меня зовут Горн. И читай, подожди. Пока, Горн. Пока. В общем... Короче, у него был магазинчик, эти юстицары накрыли забрали весь его и бизнес выпнули медным тазом, да, и выперли его под сраку на улицу. Как что думаешь, я смогу перевел с этим все сделать? Сенат не поможет. И не хотят, в общем-то, конфликтов с этими юстицарами. И говорят, что нет никакого доказательства, что это мой магазин. Окей. В общем-то, единственное доказательство, которое у меня есть, находится внутри моего магазина. Я могу надавить на Сенат, чтобы они выгнали юстицарцев из моего магазина. Из магазина. Компания скоро встанет на ноги. Рад слышать. Всегда приятно. То есть у тебя будет друг в Готэр Индастрис. Вот моя персональная карта. Код, который тебе нужен, чтобы попасть в мое хранилище. Хватай, беги. Да. Да. Как только найдешь, вали оттуда. Как обычно. Я вот не могу так быстро, дословно переводить по ходу. Я могу так прочитать, потом обдумать и... И главный смысл передаем и... Ну, и хорошо. Так, да, отлично. Мы не Гаврилов там, не этот... Иди, батя, Володарский. Да. Который тоже косячил часто. Он косячил по-страшному вообще. Там временами сейчас. Ну, тогда смотрели, было прикольно. Ну, тогда потому что, как, блин, другого-то не было. Нет, вот я сейчас думаю так, если бы была возможность сейчас что-то изменить, я бы все равно с ним смотрел. Это все-таки детство. Они уж как родные. Ну, да. Так, ну что, выполним твое задание, агент Джавке. Ты вернулся. Слава богу. Ты все установил? Были сложности, но с нами сила. Ух ты. Не могу вас... Не знаю, как вас отблагодарить за помощь. Хорошо, посмотрим, как оно работает. Так, загружаем их, синхронизируем и... Бум. Работает. Работает, хреновина! Частоты совпадают, один к одному. Фантастика.
Но нужно решить вопрос конфенсации. А, ну да, точно. Извини. Господи боже мой, как вы могли? Как ты с него вытряс деньги вообще? Я типа извещу штаб о том, что в джеммере все обезврежены. Да. Спасибо за помощь и все такое. Да, пока-пока. И упоротый поясок. Ну, упоротый поясок. Сказал тоже. Так, раз. Сейчас нам нужно идти наверх по карте и налево. Или в героев. Почему на героев? Не, давайте налево. А давайте на героев, он тут прям по пути. А мы не успеем его пройти за эту серию. Думаешь, что там, думаешь, 10 минут нам не хватит? Мы сейчас давай лучше вот эти вот три пакета с данным соберем, а ты где? Пагни, погодите. Мы сейчас идем вот на самый западный этот. Да, вот я за это как раз имел в виду. Ладно. Быстро там справимся, вот как раз. Героик, я думаю, у нас вся следующая серия идет. Да, да. Они, как правило. Вот смотри, это Шлеон Кеннеди. С усами. Да, Кеннеди. Да. Подожди. Кто такой, да? А, Обитель зла. Леон Кеннеди. А. Леон Кеннеди. Ты, блин. Я просто. Да, не недавно себя. Играл. Это мы с Джеком Шепардом недавно ее проходили. Да. Я просто думаю, знакомое имя, не могу сообразить, кто это такой. Ну, Кеннеди, президент. Леон, да. Это Леон. Жан Рено. Жан Рено. Да. И вот я пытался сейчас все это совместить воедино. Никаким образом этот чувак на портрете похож. Поэтому был затуп. Соедини это вместе, это тебе ничего не даст. Так, мне не помешала помощь, ну ладно. Ты там воюешь с кем-то, что ли? Там за меня зацепились. Мазога. Ты не смог пройти мимо со своей худой костью? Да. Влетаю. Давай. Малыш, влетай. Что тут делали вообще? Так, подлечусь. Тут печаль, беда совсем. Тоска, печаль, да. Ну-ка, я вас бафну сейчас на часик. Кстати. Кого ты там бафнешь? Не, может, у нас тоже бафнуть. У него такой же баф. Ну, кстати говоря, надо будет сходить. Мы же все подняли уровень. Ну, кроме Джек Шепарда все. Ну, надо да, будет к тренеру. Так, подожди, Джек Шепард тоже поднял. Ну, это у него шутка такая. Да, смешная. Это была не шутка. Я бы сразу понял, если бы это была шутка. Так, еще каких-то 30 штук этих наковырять. Довольно просто, я думаю, будет сделать. Да. Их тут полно. Окей. Окей. Так, я не своим бегаю. Шли сюда. Мы тут пройдем. Да, должен. Так, тем людям, которые пишут в комментариях, что вон, там светится вещь, а ты ее не взял. У меня... Сколько у меня? 100 миллионов тысяч. 171 тысяча кредитов. Мне не нужны эти вещи. Не нужно их продавать. Вонючие. Да. Вонючие. Я выше вас всех, да? Я бог этой игры. Нет, ну, просто... Ну, контролировать день и ночь. Просто прям уж все подбирать мне не обязательно. Да, блин, бестолку абсолютно. Ну, копеечное там все. Теперь будут нам писать. Так, ладно, раз Артур не поднимает, ну-ка, парни. Пагни. Нет, а почему ты не подобрал, а не отдал им? А, вот. Все равно найду до чего докопаться, на самом деле. Отписываюсь. Просто не обращаю внимания. Это как я зомби Ю играю, там сначала так писали. Артур, почему ты не стреляешь в зомби? Типа, так будет быстрее, интереснее и зрелищнее. Теперь я стреляю во всех зомби. Они такие, какого черта ты стреляешь в зомби? Они же слышат и прибегают толпой. Я думаю, блин, что вам надо вообще? Как угодить вообще? Что я сделал не так, да? Ага. Так, сейчас я подлечусь. Дата-пакет. Так, манифест, нет. Да. Первый есть. Записи. Записи, которые нам нужно получить. Так, ну на самом деле эта броня уже надоела не только мне, но и всем. Не выкидывай эту мобилу, никогда. Просто я... Снимай ее прямо сейчас. Давай, быстро. Не могу найти ничего лучше, поэтому... Подожди, давайте, я дам смотри, какую штуку. Сейчас, ты где там вообще? Да, Он лутает трупы. Так, yes. Подожди. Трейд. Я тебе дам вот такую вот бронежилетку. Ну, на 14 уровень. Нет, она ко мне привязана, так что не могу тебе дать. Короче,
Это просто такая штука, я ее сейчас Отвяжите покажу. от меня. Смотрите, ее надеваешь, и я становлюсь вот таким. О, господи, ты, боже мой, хорошо, что она привязана только к тебе. Ну-ка, одень, ну-ка, я не видел. Секси. О-о-о, мужчинка. А ты что спрашивал, кому отдать, типа, чтобы с голым торсом бегали? Мужчинка. Мужчинка. Это довольно глупо, я знаю. Ну круто. Блин, этот гад так, бегом на второй, он сейчас активирует. Артур, разворачивайся, побежали на другой. Тут он активировал. Кого? Какой Артур такой? Чё, а чё происходит? Он активировал там, и сейчас она пока отреспаунится. Беги быстрее ко второй. Всё, я туда. Вы успели? Блин, меня зацепили. Ничего. Артур, беги. Бейте их. Сволочь, он сейчас убежит. Давай, Артур. Я не могу успеть. Блин, а если бы... А я могу... Блин. Сейчас его свяжут боем, смотри. А мне пишут, подойдите ближе, я спрыгнул с улицы. Стоп, не подбегай, не подбегай. Джек Шепарда убили. Да пофиг. Всё, давай. Давай, а я пошел включать. Что значит «да пофиг»? Я включаю. Все, миссия выполнена, Джек Шепард. Не плакай. Главное, подожди, а мне тоже нужно? Ну да, всем же нужно. Ну, кроме Джека Шепарда. Так, а все, и там отреспауна. Все, побежал. Джек Шепард, ты где? Господи, Джек Шепард. Да Человек-закон. Человек-закон. Тут опять какой-то урод быстрее бежит. Эй, гринго. Ты все еще на той стороне, что ли? Эй, о, все, она синенькая. Один из их поисков. Эй. Давай. Ля, тут кто-то прыгает. Ля. Я Activation, my Manifestation, Data Pocation, 03-ation. Твой английский просто ужасен. Potation, Gnagation. Знаешь, это вообще не английский. Это не английский. Это как в Demon's Souls. Я читаю, там какая-то хренотня староанглийская. Нормально. А ты чё, у нас-то говорят хренотня, а у вас говорят ля. Не обманывай, Джек Шепард. Ну у нас во дворе. А у нас во дворе. Девчонка в леггинсах. Не девчонка одна. Нет, девчонок, в леггинсах была она, а теперь нет. Штандарт расположен в тюрьме. Строгого режима, да, да. Калямба. Ла-ла-ла. Да-да. Подошел и склеил мне меч. Найти в борщ. Мужик появился. Мужик, подожди, я сейчас активирую. Он даже меня не бьет. Он упорится. А я ушел. Все, 3 из 3 у всех. Стоят, мальчонки стоят, сторонки. Мальчонки, господи, что ты? Да, это такое серьезное, вдумчивое атмосферное прохождение, да? Вы начали тут гнать опять вообще. Да это уже как мем просто, все. Потому что сейчас происходит трэш и угар. У нас тут своя атмосфера. Эй, гринго! Ну чё? Так, осталось еще 6 штук наковырять. Не надо ковырять, просто убивай. Хватит попыток. Стоит такой, колупается у них в носу. Ты что думаешь, воздухом дышишь? О, Лёня, она сама на меня рванула. Лёня, безумная, ты смотри. Я на нее только сигануть хотел, она сама побежала. Она поняла. Безумная женщина. Ей ты понравился, может быть. А ты так себе. Артур не окамится. Вообще. Да. Я беру камни и кидаю их в людей. Никому Артемку не дам. Такое молчание. Я не знаю даже, что ей сказать. Как не обидеть человека. Как ты мог меня предать? Да ты сам сказал, что предал мне 40 лет назад. Да, точно. Но это же было за кадром, поэтому. Какая-то темная сабля. Мы однолегенцевые братья. Да, темная сабля, конечно, хорошо, но у нас нет очков. По крайней мере, у меня нет очков. Ты не купил очки. Но я все равно нажал нит, потому что я жадная скотина. Так, отлично. Давайте будем честными, да? Сами с собой. Артем. Давайте будем честными с Джеком Шепардом. Джек Шепард, я не могу быть с тобой честным. Ой, блин, зря я тут сел отдыхать, пацаны, не бейте, не стоит. Подождите, я в стелсе. На картах такой сел. Да он там пацанчик, я вообще наверху. Пацанчик, не говори, как, может, ты знаешь, как сам кто. Как-то по беспределу.
Так не трогаем никого, пошли. Нам ничего не нужно. Нам запрещено трогать людей. Я тронул. Что возрастное ограничение нужно будет ставить. К детским садам и школам на 100 метров вообще не приближаться. Говоришь, так, давайте вот здесь квест дадим и закончим серию, что ли, нет? Что ли нет? Тогда или нет, и определись. Да, посмотрим. И мы должны поговорить с мистером Рейдом. С мистером контрацептивом. С безопасным мистером. Мистер презервативчик. Короче, нашли все, что нужно. Я бы лучше сам не справился. Доказывает, что они получают свое оборудование с внешних миров. Передам это в штаб. Спасибо. Да. Господи, что такое? Какой-то чемоданчик. В 14 уровне. Ух ты. Что, комбинация или чемоданчик? Я подобрал себе обруч на голову. И я тоже. У вас есть обруч? На голову? Господи, ну посмотрю даже, как это упорото... О, боже. У меня есть, но он у меня скрыт, поэтому... Я тоже сейчас скрою, потому что это упорото. Ну-ка, покажи. Ну-ка, Артур. А, это твои глаза. Вот он. Зангив в повязке этого. По-моему, мы идиотски выглядим просто. Факт. Ладно, хоть у меня капюшон есть. Ну да. Я просто скрыл его и все, на самом деле. Уходу на Хероик, давайте закончим здесь. Давай, перед входом. Да. И люди скажут, нет, на самом интересном. Ну что? На самом интересном, конечно, да. Конечно, на самом интересном. Как обычно, клиффхенгер такой в конце серии. Вот это поворот. Так что... Отпразднуем завершение серии. Сколько у нас тут? Довольно много места. Я думаю, мы тут еще серии 4 точно будем. Хотя серии 4 нет, но серии парочку мы еще тут проведем. Две точно, да. Да, в следующей серии пойдем на этот героик, и, наверное, всю серию будем его выполнять. Будем спасать этого мальчика. В общем, надеемся, вам понравилось. С вами были Джек Шепард, Артем Сейтон Роуз и я, Артур Блэк. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.